Амурские школьники продолжают сдавать выпускные экзамены. Результаты испытаний по русскому языку порадовали. Они оказались гораздо лучше, чем в прошлом году. 19 ребят получили по 100 баллов. А вот с математикой дела обстоят гораздо хуже. Об этом говорят результаты ЕГЭ по этому предмету как базового уровня, то есть обязательного для всех, так и профильного. Его сдают те, кому нужны баллы по математике для поступления в вузы. Увы, но специалисты не видят в этом ничего удивительного. С испытанием по базовому курсу математики не справились 20% сдававших этот предмет выпускников – 205 человек. Результаты экзамена по профильному курсу еще плачевнее. С заданиями не справился каждый третий выпускник. По мнению специалистов, главной причиной столь низкого качества знаний по математике амурских выпускников – слабая базовая подготовка еще в средних классах. Большая часть проваливших экзамен ребят – выпускники малокомплектных сельских школ, где в классах по 2-3 ученика. Впрочем, провалившие экзамен школьники еще имеют шанс поправить ситуацию. На следующей неделе в резервные дни они получат возможность пересдать математику, выбрав при этом либо базовый, либо профильный курс. Любовь Ломак, Андрей Филоненко, Амурская служба новостей.